Сейчас я расскажу вам секрет приготовления. Всем привет, это Ideas Кухня. С вами Aide.by, также Юлия Ладыгина. И человек, единственный в Беларуси человек, который не знает, как закипает вода Маша и Сайра. Сегодня мы будем готовить, что мы будем приготовить? Мы будем готовить паштет из курицы. Ну, он больше похож на мусс из курицы, но все же по технологии скорее паштет. Начинаем мы с того, что мы порежем курицу и поставим ее жарить. В жизни не резала курицу. Она не режется, она не отдается. Курицу в этот момент нам нужно кинуть несколько можжевеловых ягод. На килограмм штучек 5 обычно используются, потому что иначе они ядовитые. Нам нужно лук порезать. Лук. Я слышала, что от лука плачут. Вас обманули. Нужно до хорошей готовности, потому что в следующей стадии будет просто перетирание и выстаивание в холодильнике. А теперь можете принести мне немного розмарина. Берите, прямо зачерпывайте, от души. От души? Да. О-о-о! Так, кладем немножко еще душистого перца. И кладем вот такой вот, вот волшебный. Это называется длинный перец. Чего? Он невероятный. Нам нужно срочно очистить. Давайте. Очистить фисташки. Я в жизни не держала таких больших ножей в руках.